Танюшка напекла пончики с творога. Говорят, очень вкусные, я пока не пробовала. Но выглядят очень аппетитно. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои родные. С вами ваша Елена. Рада всех приветствовать на моем канале. У нас сегодня праздник, великий божественный праздник Благовещенье. Хотелось бы вас всех поздравить, пожелать вам счастья, здоровья, успехов, благополучия, терпения вам и везения. Пусть у вас все будет хорошо. Главное, чтобы у вас было здоровье, а остальное все приложится. Сегодня нельзя трудиться, нельзя работать. Вот, как говорится, девка косу не плетет. Птица гнезда не вьет. Вот сегодня у нас такой день. Можно сказать, Боженька подарил нам возможность передохнуть, отдохнуть. Так что, девочки, сегодня отдыхайте, и мальчики тоже отдыхайте. Ну, естественно, кто работает, у кого такая необходимость пойти на работу, от этого никто, как говорится, не застрахован. Ну, Боженька простит. Вот, кто сейчас занят трудовой деятельностью на производстве. Вот, мои хорошие, таких у нас, конечно, очень много семей, людей. Ну что ж поделаешь, жизнь такая, не мы такие, жизнь такая. И она нам с вами диктует свои какие-то правила, которым мы также должны с вами подчиняться. Ну а у нас сегодня в нашей семье просто выходной. Просто выходной. Я, кстати, кино посмотрела, фильм такой интересный посмотрела с удовольствием. Не часто могу себе такое позволить, вот, но сегодня позволила. Девчонки ушли гулять, а Володя в магазин поехал, там каким-то своим, значит, делишкам. Вот, что-то ему там надо прикупить. Поехал в магазин. Ну, а я решила с вами немножко поболтать. Девочки, хотела вам показать, какими патчами я пользуюсь. Покупаю, кстати, в фикс-прайсе вот такие патчи. Обалденнейшие просто. Мне они так нравятся. И, кстати, очень хорошо эти патчи убирают утренние отеки. Девчоночки, кто страдает этим, пользуйтесь вот такими патчами. Пользуйтесь. Гидрогелевые патчи для зоны вокруг глаз. Так, гиалуроновая кислота, экстракт водорослей, очень хорошо помогает при утренних, особенно отеках, девочки. Помимо, значит, всех масочек народных, помимо патчи, которые я делаю, девочки, вам о них уже рассказывала, солевые патчи под глазки, я вот еще пользуюсь такими патчами через день. Можно сказать, я их делаю. Ну, кстати, очень хорошо убирают не только отеки, а вообще просто подтягивают вот зону, вот кожу зоны вокруг глаз. Отличное просто средство. Их здесь, правда, всего 5 упаковочек по 2 штучки, 10 штук, да? Вот. Ну, стоят они, в принципе, недорого. По-моему, 77 рублей, девочки, я за них отдавала, если мне память не изменяет. Ну, в принципе, можно использовать, можно. Вот. Так что, кто еще не пробовал, девочки, попробуйте. Просто вам рекомендую. Сегодня, девочки, также посмотрела фильм. Фильм называется «Несломленная». Кто не смотрел, посмотрите. Фильм такой жизненный. Аж подрастроилась немножко. Мне так стало обидно за героиню. Ну, в принципе, вот все же эти фильмы... Это все жизнь наша показанная, как оно есть на самом деле. Это жизнь. Вот. Не у всех она радужная, не у всех она яркая. У всех у нас с вами разная судьба и разная жизнь, как там ни крути. Ну, в общем, я вам просто рекомендую, посмотрите, кто не смотрел этот фильм. Посмотрите, «Несломленная» называется. Надеюсь, что он вам тоже понравится. Хотелось бы узнать у вас, как у вас дела, как у вас настроение. Надеюсь, что у вас все хорошо, все прекрасно. Сегодня, девочки,
Посвятите день себе, посвятите день своей семье, внукам посвятите день, мужу любимому посвятите день. Отдыхайте сегодня и душой, и телом. Любите себя и цените себя, берегите себя. Еще раз хочу вам сказать, что не так часто нам с вами выпадают выходные. Лучше сегодняшний день отдохнуть, собраться с мыслями. И завтрашнего дня начнется новая жизнь, новый день. Опять появятся какие-то заботы, хлопоты, работы. Особенно кто живет на земле, у кого есть свое хозяйство, тем, конечно, не до отдыха. Отдых, как говорится, у кого хозяйство, да, большое сегодня хозяйство, только снится людям. Вот. Мне, кстати, моя соседка предложила подарить козочку. Но я отказалась. Уж кого-кого, козочку я точно не хочу. В Белогорске, когда мы жили в своем доме, мы тоже имели свое хозяйство. У меня было две козы. Вот. Роза и Веста. Две козы были. А дойные козы. Я уже как-то рассказывала, что я тогда и доить научилась, и все, короче говоря. Вот. Но вредные были. Вредные. Если Роза еще у нас была такая спокойная, коза более-менее спокойная, то Веста это было отрви и выброси. Такая и бодучая она у нас была, и когда доить ее, так это вообще была целая проблема. В общем, когда мне соседка предложила козочку, я отказалась просто-напросто. Говорю, нет, такого, говорю, счастья мне не надо. Она говорит, просто подарю. Я говорю, нет, не надо, спасибо. Вот. А вот курочек мы хотим взять. Когда мы с Танечкой ездили за саженцами, я посмотрела, никто не продавал. Вот только была рассада, саженцы, ну там фрукты, овощи, да, а курей никто не продавал. Вот хочу, если не будут на рынке продавать, хотя спрашивал соседки, она говорит, часто продают, но в этот раз не видела, то хочу просто-напросто посмотреть объявление по интернету, на Авито можно зайти посмотреть. И если будут продавать, хочу просто-напросто купить. Но прежде чем заводить курей, надо, естественно, курятник привести в порядок. Но это уже все мы займемся этим делом после посадки огорода. А когда уже все приведем в порядок, наведем порядок на огороде, все посадим, закончим с посадками, тогда Володя займется уже курятником. А, приведем его в божеский вид, купим сетку-рабицу, огородим место им для прогулки. А, все сделаем и... Тогда уже будем думать о покупке курей. Тем более я хочу уже взять курочек-несушек, чтобы они уже были большие, чтобы на яйцах сидели. Вот. Чтобы яйца высиживали. И петуха надо будет взять. Вот как-то так, мои хорошие. Ну, новостей особо таких больше нету, как бы. Все хорошо, все прекрасно. Жизнь продолжается. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы у меня есть. Вот сегодня такой у меня был блог. Чисто такой, знаете, домашний. Вот, пойду сейчас гляну, где там мои гуляют, девчонки, может, где-то рядышком. Но хотя они говорили, вроде пойдут на площадку гулять. Не знаю, куда они ушли. Сейчас позвоню, узнаю. Если что, может, уже пройду сюда до них. Если недалеко где-то здесь прогуляюсь. Ну что, люблю я вас всех. Спасибо вам за внимание, за вашу поддержку, за вашу теплоту. За вашу отзывчивость, за ваши советы. Спасибо, что вы у меня есть. Всем пока-пока. Люблю вас всех. Удачи вам.